управляющие компании все стали вывозить. Законодательство ничем не изменено. У нас в Новосибирске оно одинаково для всех. Однако вы не умеете его применять. Либо мы не умеем его применять, не хотим управляющие компании заставить... Не забывайте, что мы если управляющие компании не работают с жителями, то нам уже нужно, но надо подписываться на компанию. Давайте пушки забираем. Мы слышим в одном месте, а в другом месте забываем посмотреть. Вот именно. Вы правильно говорите. О том, что муниципалитет выделяет средства на очень многие вещи, на катеринарные жилые управляющие компании все, да? А своей работой не заниматься. Так что, муниципалитет выделяет... Во всем виновата управляющая компания. Во всем. Да. Вы не косите, да? Да. Во всем виновата управляющая компания. Вы являетесь посредниками между жителями... А вы кем являетесь? Между жителями и государством. Вы являетесь посредниками. Вы пришли на этот рынок для того, чтобы предоставить еще раз. Вы услуги безопасные, безопасные, благоприятные условия. Муниципалитет участвует в различных программах, выделяет дополнительные средства. Это программа капитального ремонта, это программа переселения, это ремонт внутри...